обходится слишком дорого для города. В прошлом году за долги Окса и вторая заводская больше 60 миллионов, почти 70 миллионов. В этом году уже порядка 16 миллионов. Слишком городу дорого обходится эта бесконтрольность. Надо сегодня в наших силах создать комиссию, пусть законодательно нету таких механизмов, которые позволяют со стороны государства контроль осуществлять. Но мы-то можем на местном уровне создать комиссию, включить и каждый объект принимать и смотреть на самом деле, следить за застройщиками. Поэтому, пожалуйста, комиссию до конца недели, протокол отметьте, постановление создания соответствующей комиссии, по раздольному еженедельно докладывайте, как ситуация развивается, чтобы не получить там очередную проблему по обманутым дочкам. Мы только что практически решили эту проблему. Была встреча на совещании, 4 часа длилась, где участвовал Владимир Филиппович Городецкий, депутат Госдумы Хинштейн и замминистра ЖКХ Российской Федерации. 50 домов в Новосибирской области, которые имеют соответствующие проблемы. Основная масса Новосибирска в городе Новосибирске. Нас похвалили, и здесь большие слова благодарности Совету депутатов за последнее решение, которое позволило решить проблему по обманутым дольщикам. Но мы дальше-то не должны эти ситуации повторять. Сегодня необходимо контролировать. У вас все механизмы есть. Делайте постановление, контролируйте. И ежемесячно выезд на площадку. Выезжайте, смотрите, как строятся объекты, и ситуацию мониторьте и докладывайте ежемесячно. Присаживайтесь. Спасибо.